Так, я знаю, где-то он рядом. Где-то рядом. Так, главное на него посмотреть. А то бьет. Вот он. Ха-ха-ха. Не поймал меня. Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы с вами будем смотреть Backrooms Piggy. Ну что я вам хочу сказать... Очень страшная, реально, версия Пигги. Не сравнится с оригинальной версией, то это, конечно, да. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, ребята, у нас есть игра, в которой сейчас есть один эпизод. И туда я, собственно, и отправляюсь, чтобы вам показать две концовки в одном видео. Ну что ж, ребята, The Lobby, Chapter 0, и скоро будет еще обновление, и, наверное, еще будет страшнее. Но сначала реклама. Весна на PlayRock! Наступили весенние скидки. Большая распродажа товаров со скидками до 90%. 400 робоксов по скидке, 800 робоксов, 1700. Любые предложения и все со скидками. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Сотни тысяч игроков покупают товары в любимые игры через PlayRock. Рейтинг 5.0. Более 800 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Покупай здесь надежно и безопасно. Ну а в честь весны PlayRock запустил весенний розыгрыш. Выполняя условия, забирай 1000 рублей на баланс. Акция ограничена. Забирай подарок и покупай выгодно. По ссылочке под видео. Ну что, ребята, смотрим начало. Так, два каких-то челика собрались. И они обсуждают новости, я так понимаю. Кто в это поверит? Ну, в целом, ребят, сюжет тут не сильно, как бы, важный, потому что, собственно, они ни на что не влияют. Кайл? О, кстати, они меня знают, что ли? Райан? Я запутался. А, меня Райан зовут. Ну, короче, Кайл, Райан... А, вот. Я Кейл, да? Это Брюс. Окей. Короче, меня зовут Кейл. И сейчас... Мы отправимся в небольшое приключение. Итак, что, ребята, здесь нужно делать? Для начала нам нужно попасть в бэкрумсы. Кстати, очень классно сделано. Вы с каждым с персонажиком можете подойти, пообщаться. Тут есть диалоги прописаны. Поэтому, если вам интересна сюжетная линия, прям, то подходите к каждому персу и общайтесь. Это тоже довольно-таки интересно и увлекательно. Ну а сейчас начался дождик, и я вам покажу еще пару прикольных моментов, после чего мы отправимся в страшные бэкрумсы. Итак, ребят, смотрите, у нас тут банк. И стоит челик. Эй, ты не знаешь, когда банк откроется, говорит. И выбираешь... Я должен знать, когда откроется банк, для того, чтобы его ограбить. Интересно, да? Ну, короче, криминальная ситуация в этом городишке так себе. Так, тут у нас закрыто, а здесь какой-то тоже непонятный тип стоит. Подворотня. Что ты делаешь в моем перекрестке? Иди отсюда! Короче, он говорит, что мне сейчас наваляет, если отсюда не уйду. Давайте, окей, вот это выберем. Alright, я, короче, иду, да, я хорошо, я согласен. И лучше тебе сюда больше не, короче, приходить. Так, ребят, здесь, видите, тут еще пропал человек. И последний раз его видели на нуле. Нул — это, наверное, и есть эти бэкрумсы, я так подозреваю. Может, это другое. Ну, кстати, единственный NPC на складе, который вообще не общается. Остальные все общаются. Там я общался и с мамой, и с ее дочкой, по-моему, и с барменом. Ну, короче, ребят, не буду вам все показывать, чтобы вам было интереснее. Захотите, сами со всеми пообщаетесь. Ну и здесь, видите, ребята, еще я кое-что нашел. Тут у нас опять информация о пропавшем человеке. Смотрите, ребята, уже второй, видите? И тоже вот, последний раз его видели на ноле. Вот так вот, ребят. Короче, там, где все пропадают, туда мы идем. Ну и чтобы туда попасть, нам надо сначала пройти в отель, потому что нам нужно идти к своим апартаментам. Как я могу вам помочь? Вы знаете, где мои апартаменты? Все апартаменты находятся на втором и третьем этаже. Вот, читаем. Молодой человек, ну вы знаете, что здесь сказано?
Мне вообще-то безразлично, что там сказано. Ну, короче, идем на второй и третий этаж. Так, а куда идем? Вот лестница. Лестница, окей. Ой. Да, ну такая себе лестница. Парадная. Вот, поднялись мы, значит, на этаж. Идем прямо. И что-то пошло не так. Мы попали в бэкрумсы. Бэкрумсы Пигги. Ну и сейчас, ребята, самая страшная часть этой игры. Мы будем встречаться с разными монстрами, которые охотятся за нами в этих бесконечных коридорах. Ну и, собственно, как оказалось, ребята, в игре есть три концовки. Я покажу вам две в этом видео. И если вам, ребят, понравится, если вы наберете много лайков, то я отправлюсь еще раз сюда и покажу вам уже основную, самую долгую, самую сложную концовку. Ну что ж, ребят, сейчас я пытаюсь осмотреться. Я уже нашел ключ, нашел как и что открыть им. Лимба. И сейчас продолжаю исследовать... Какие-то странные звуки. Исследовать, собственно, эти бэкрумсы. Так, мне там нужно было лом найти. Вон там что-то... Что это такое? Смотрите. Какой-то дым идет. А, тут нужен вентиль, чтобы туда пройти. Хорошо. Значит, мы ищем вентиль, мы ищем лом. О, я, кажется, нашел лом. Больше ничего нету. Смотрите, ребята. Смотрите, смотрите. Вон он светится. Причем мне нравится лом. Там так оставлен. Он уже как бы показывает, что тебе надо в стену его поставить. Окей. Ставлю лом. И раздвигаем стену. Вот это я сильный. Так, теперь только как-то сюда... Ой, протиснулся. Ну что, ребята, это первая концовка, которая есть в игре. Все. Тебя убило Пигги шариком. Причем это затянулось как бы дыра, и назад вернуться было невозможно. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Давайте теперь отправимся к более сложной концовке, но тоже довольно-таки коротенькой. Итак, ребят. Делаем все то же самое, находим ключик, идем открываем. Но, ребята, уже к Пигги не пойдем. Я уже с Пигги все понял, там каши не сваришь, убьет и все. Так. О, смотрите, паутина какая-то. Фу, гадость какая. Короче, что нам нужно сделать, это закрутить вентиль. Поэтому мы сейчас должны найти, где это сделать. Так, что-то моргнуло. Что-то мигнуло, что-то моргнуло. Я осматриваюсь, ребят, я не знаю, тут может еще быть монстры. Поэтому вот оно. Надо обойти. Может вот так вот обойдем? Оно же с этой стороны где-то, да? А вот оно, видите? То есть оно, по идее, вот сюда вот проход закрывает. Но если мы можем это обойти, то, в принципе, нам не сильно и мешает, получается, это. Окей. Так, тут стрелочка. Стрелочка подсказывает, куда идти. Стрелочка — это хорошо. О, а вон там вот мы не были, видите? То есть там есть еще один вот пар, который нужно закрыть. Так, я иду аккуратно, потому что... И стрелочки там есть, то есть нам явно в ту сторону. Но сперва нам нужно найти вентиль, либо же что-то, что может помочь нам это закрыть. Так, еще стрелочка. Ух! Ничего себе. Вот это уже интересно. А куда я возвращаюсь? В отель? Нет? Что это? Какой-то старый диван. Ой-ой-ой. Может, мне туда не надо? Может, я пойду отсюда? Так, звук пропал. Ладно, попробую пройти. Боже мой. Челик, что с тобой? Смотрите, он то ли сгорел, то ли его разорвал какой-то зверь, и он тут... Нет, наверное, убили его. Он просто сгнил. Короче, что-то... Или кто-то его убил. Тут есть рубильники.
И их можно клацать, и они становятся зелеными, кнопочки. Давайте все включим. Судя по паутине, тут давно никто не был. Поэтому этот труп Пигги уже завонялся здесь. Так. Так. Я не знаю, зачем это делаю. Боже мой! Сейчас меня убьют. Кто-то придет, меня убьет. Нет? О, я нашел, кажется, вентиль. Давайте его снимем отсюда. Или покрутим, что с ним делать? Снять можно. Ха-ха, прикольно. Смотрите, вместо него ключ заспавнился, который у меня был в руках. Ладно. Блин, страшно-то как. Сейчас меня что-то нападет. Уже давно на меня ничего не нападало. Мне не хочется, чтобы меня убивало. Ну, походу, никого тут нету. Фух, ладно. У меня есть вентиль, теперь нужно найти, где это было. Где этот пар был? Так, мы отсюда шли, да. В другую сторону, противоположную сторочку, сторону от стрелочек. Вот здесь нужно применить это дело. Все, отлично. Закручивается, и теперь я могу сюда пройти. Так, ну что, ребят, пожелайте мне удачи. Так, дверь. Ключ. Так, мне нужно найти ключ. Так, это что за крокодябло? Она на меня не нападет, я надеюсь? Вау, спецэффекты, там ключ, ребят. Класс. Вот, так, берем ключик, идем открывать, все близко, все удобно. Я что-то не хочу туда идти, но явно скоро будет какая-то гадость меня убивать. Картина какая-то. Missing exit. Ну, типа пропавший выход получается. Может, это подсказка, куда мне идти? Ладно. По идее, в классических бэкрумсах нужно идти именно вот сюда, вот между этими квадратиками. Я не буду туда падать. Follow. Следуй. Так, мне сюда надо, значит, да? Черт. Что случилось? Flashlight. Press F to equip flashlight. Part 2. Let out. Короче, я прошел первую часть, и сейчас уже часть номер 2 в бэкрумсах. Это как бы выключенный, я так понимаю, выключенный свет. Так ли это? Окей. Стало страшней. Что-то шуркнуло. Мне уже мурашки побежали. Сейчас что-то плохое со мной произойдет, я чувствую это. Follow. Не хочу. Может, здесь подождать? Мало ли, что там бегает. Так. Что-то тут явно есть. Я не хочу, чтобы оно подкрадывалось ко мне сзади. О, май гаш. А вот и эта гадость. Привет. Это типа, знаете, как в FNAF эндермены были. Когда ты смотришь на них, они на тебя не нападают. Если ты не смотришь на них, они тебя убегают. В общем, как-то оно заспавнилось за мной и пыталось меня убить, ребят. Ой, стрёмно. Так, ладно, ребят, сейчас я вам покажу, короче, секретную концовку в этой игре. А если вам понравится, ребят, то я попробую, я, конечно, не очень хочу, попробую пройти другую концовку. То есть мне надо идти налево, я пошел направо. И вот здесь вот у нас есть секретная концовка, которую я вам сейчас покажу. А вот основная концовка, она довольно-таки большая, сложная и страшная. Поэтому я туда не хочу идти. Вдруг вам не понравится? Зачем я себя буду лишний раз пугать? О, вот, смотрите, ребят, мы находим лестницу. Так, поднимаемся. Я сказал, поднимаемся. Что такое? Почему не могу подняться? О, поднялся. Отлично. Все, идем. Так. О,
Черт. Где эта гадость? Не понял? Где он? А, он где-то внизу заспавнился, видите? Короче, тут монстр, если ты на него смотришь, он пропадает через там 5-7 секунд. Если ты идешь дальше, он на тебя нападает и убивает. Ну, я вам его покажу. Чуть позже. Обязательно. Так, ну, короче, идем, оглядываемся на всякий случай, чтобы меня он сзади не подкрался. И идем к секретной, ребят, концовке, которая у нас находится в вентиляции. Все, идем. Все время оборачиваемся. Он может быть сзади. Вот и все. Это, ребята, вторая концовка, как вы поняли. И осталось показать вам третью, самую страшную концовку. Поэтому, ребят, если вы хотите ее посмотреть, обязательно поставьте лайки под этим видео. Ну и подпишитесь. Ну а сейчас я вам небольшой фрагмент покажу, как это будет происходить. Я нашел, кстати, валялась там, может, вы заметили, там лежала рация. Это ориентир. Также я нашел желтый ключ. На этом пока все мои приключения закончились, потому что я здесь заблудился. Так что, ребят, всем пока.